Советский Союз, он, как любая империя, он заполнял этот пласт душевный. Они сделали свою мумию там Ленина, поставили там на Красной площади, да, они все подменили. То есть это как бы, они знали, что Россия это страна верующая. У нас много святых, у них нетленные мощи лежат, да. Вот они, Ленин это типа новый святой, там Троица вместо Отца, Сына и Святого Духа сделали Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин, например, да. Вместо крестных ходов сделали демонстрации с красными флагами, с портретами. То есть они все подменили, как бы, вот новый мир, мы строим. Да, мы построим заводы, пароходы, мы полетим в космос, мы выиграем все войны, мы все сделаем. Ну вот внутрь человека не заполнен.